Максим Поляков уже в браслете. Об этом сам нардеп написал на своей странице в Фейсбуке. К посту прикрепил фото, на котором демонстрирует окольцованную браслетом ногу. Электронный аксессуар чиновник надел с пятой попытки. Чем обусловлена такая внезапная законопослушность? Угрозой остаться без залоговых денег или ударом по рейтингу партии неизвестно. Поляков, напомню, фигурант так называемого янтарного дела. Его обвиняют в получении взятки.